Всем привет! Привет! С вами Лилия Недельская и Дима Петрович. Я начал танцевать в 15 лет, это был конец 99 года. Я постоянно отрицал какие-то желания родителей привести меня в рок-н-ролл, в бальные танцы. Я говорил, нет, это не для мальчиков. Я видел тогда клипы, я не знал, что этот танец называется брейк-данс, но мне очень нравилось, ну, безумно хотел. И в один прекрасный день меня отвели на брейк-данс, и так я познакомился с танцами. К сожалению, это было не в 15. Я начала танцевать в 22 года, совершенно случайно. Скажем так, с дискотеки нас забрал Саша Бобик, меня и мою сестру. Нужны были девочки в балет, вот он нас с сестрой увидел и забрал к себе в балет. Потом мы начали постепенно танцевать. Я начала преподавать. Вот так вот все началось совершенно вот случайно. Мы очень много двигаемся и без движения не представляем своей жизни. Наш выходной, это бывает 3 раза в месяц, у нас есть выходной, и то мы проходим по 33 тысячи шагов, как минимум. Дима ходит в зал дополнительно, Дима плавает, качается, все дела. У меня на это не хватает силы, у меня есть 5 групп, это для меня самый лучший зал. Я танцую хип-хоп, я танцую джаз-фанк, я развиваюсь в этих двух направлениях, потому что мне очень нравится, что с одной стороны я могу быть вот такой, как в хип-хоп хореографии, где можно быть и пацанкой, где можно, я не знаю, быть немного агрессивней. Мне очень нравится джаз-фанк, потому что это тоже такой стиль, когда ты можешь быть нежнее, когда ты можешь быть сексуальнее, когда ты можешь быть более дерзкой. И очень нравится переключаться из одного в другое. Блин, это такой кайф, и поэтому всем советую танцевать минимум, я не знаю, 3 стиля. Я сейчас танцую хип-хоп и хаус, причем, ну, периодично мне нравится то хип-хоп, то мне нравится хаус. Вообще, многие спрашивают за фестивали, батлы. Моя задача как педагога, уже развивая себя, конечно же, не останавливаясь, развивать людей, развивать других, развивать студентов, которые приходят к нам на занятия, в академию, в студии. Вот, поэтому все мои силы направлены на это. Я не участвую сейчас в батлах, я не участвую в джемах. То есть были времена, были призовые места, были тусовки. Ну, это очень круто, это классно вспоминать всегда. Особенно с ребятами, с которыми батлил, тусил. Мы с Сашкой Ушаковым, Санти 108, участвовали в том году на чемпионате Европы. Заняли 2-е место в номинации хип-хоп. В этом году мы слетали в Штаты, заняли там на студенческом чемпионате 1-е место. Ожидают нас опять-таки Штаты, только уже взрослый чемпионат, ну и чемпионат Европы. Поэтому, где мы себя развиваем больше всего в хореографии на данный момент, там мы и участвуем. Очень долгое время ты уделял тому, что учил хореографию, какие-то движения из клипов, которые ты видел по телеку, из концертов, которые там передавались на еще этих видеокассетах, затирались до дыр. Это все было попытка выучить танец по хореографии. А у вас, ребятки, будет возможность выучить все по полочкам. Я буду давать такой предмет, как джаз-фанк. Я хочу, чтобы вы поняли прежде всего, что есть танец, которым можно передать какую-то эмоцию. Вот в данном случае это будет джаз-фанк. Через это направление мы будем учиться открываться, мы будем учиться подавать себя перед камерой, раскрепощаться. У нас будет очень много заданий, чтобы открыть себя. Я прежде всего в академии вот хочу достучаться до внутреннего я вашего. Это не в плане там психологии, там всего такого, а в плане просто раскрепощения, чтобы вы начали танцевать от души, душой, немножко, так скажем, добавляя сексуальность, немножко, я не знаю, там, каждый свою эмоцию может добавить. Хочу, чтобы... Так, кто как почувствует. Кто как почувствует, так и откроется. Преподавание в академии, оно очень отличается от студии, потому что в студии
группы четко разбиваются на уровни сложностей, а в академии мы очень скрупулезно относимся к процессу обучения, потому что мы действительно не учим какой-то хореографии поставленной. Мы даем вам те инструменты, с помощью которых вы уже сами захотите на свое усмотрение, поставите хореографию, захотите поставить целый номер. Это если вам не интересно ставить хореографию, постановки, вы можете танцевать фристайл, потому что будет куча упражнений не только на наших, но и на остальных занятиях. Будет куча для вас новых степов, новых техник. Академия – это, во-первых, для людей осознанных, которые вот действительно понимают, что им не хватает знания, либо у них есть знания, но нет упорядоченности этих знаний, нет какой-то систематизированности в знаниях. И да, тогда вам, ребятки, к нам. Мы вам поможем. Действительно, в академии очень круто то, что могут прийти как вообще начинашки, так и люди с каким-то опытом. Очень хороший состав педагогов, и мы стараемся все сделать, чтобы с вами поделиться, научить вас. И просто большая просьба, готовьтесь. Вот если вы решили идти в академию, пожалуйста, подготовьтесь, потому что это не лагерь, где нужно отдыхать. Если вы сможете взять то, что вам дают, с хорошим багажом, скажем так, выйдете из этой академии. Ну, еще хотел бы сказать то, что на занятиях в академии делается акцент и на теоретическую часть, и на практическую часть. Мы, конечно же, делаем больше упор на теорию, чтобы дать людям как можно больше знаний. Ребята, если вы еще думаете или не поняли, что вам надо в академию, My Way Dance Academy, значит, вы невнимательно смотрели все то, что мы говорили до этого, ранее. Перемотайте на начало и еще раз поймите. И если вы не придете в мою академию, то это означает, что вы не хотите систематизировать свои знания, не хотите для себя понять, что такое отдельно взятые стили. Вы не хотите уметь танцевать, вы не хотите уметь ставить хореографию, постановки. Чего вы тогда хотите? Море, на море все хотят. Отработав летом у нас в академии, вы сможете потом поехать на море с красивой формой, а потом вернуться и воплощать свои знания в жизнь. И будете очень насыщенно обогащенными, как танцоры. Да, если вспомнить еще выпуски предыдущих My Way Dance Academy, то можно заметить, что действительно, ребята за эти два месяца, они настолько сплочаются, получается сплоченный коллектив. Толчок находят себе друзей, товарищей, подруг. То есть это для вас всегда новые знакомства. Когда там 40-30 человек, да, в одной этой массе все изучается, когда ты уже такой родной, что потом такие слезы, когда все уезжают. До встречи! С вами была Лиля Недельская и Дима Петрович. И мы увидимся с вами в My Way Dance Academy 2017.